В Ненецком округе завершаются дни ненецкой письменности. Заключительным пунктом в большой программе станет форум, где обсудят концепцию сохранения и развития ненецкого языка в регионе. В преддверии форума в библиотеке имени Пичкова открылась выставка книг известного филолога Елены Талеевой. В библиотеке имени Пичкова собрались земляки из Нельминоноса, одноклассники и сокурсники Елены Талеевой. На встречу она не приехала, но передала привет на родном ей ненецком языке. Известный филолог, педагог и автор учебников по ненецкому языку хорошо помнит своих близких, хотя родной округ она покинула в 61-м. Выпускница педагогического университета имени Герцена уехала на Ямал, чтобы посвятить свою жизнь национальной школе. Исследовательская, научная и педагогическая работа увлекла ее на целых 40 лет. Ее учебники. Она, значит, работала, ее учебники вышли в авторстве с Анатолием Ивановичем Рожиным, Мария Яковлевна Бармич, Елены Григорьевны Цусовой. Учебники именно вот для начального класса, для начальных классов, это первый, второй и третий классы. Они были первыми, и они остаются первыми. Помимо учебников, Елена Михайловна составляла методические пособия для учителей и преподавателей родного языка, собирала фольклор, изучала историю ненецкого народа. Ее мечта – оставить память о культуре и языке потомкам – сбылась. Сегодня труды Елены Талеевой переиздаются и снова попадают в руки любознательным читателям. Валентина Чибичек, Леонид Шишелов, телеканал «Север».